Всем здравствуйте, прогульщица в эфире. Сима. Прогульщица в эфире. Так, почему вчера меня не было видео? Ну, во-первых, я была на работе, понятно все. И потом, сразу же после работы, сразу же, не заходя домой даже, я поехала на день рождения к знакомой. Она позвонила, позвала, и поэтому, ну, как-то снимать, и потом надо было бы монтировать, редактировать. Ну, в общем, я поняла, что у меня на это времени не будет совсем, поэтому я... Вчера гуляли мы немножко. Вот. В общем, вчера дома ничего не делалось, поэтому сегодня я буду варить суп. Сейчас буду за вчерашний день отдуваться. И дома Ульяна суп просит уже второй день, третий. Я позавчера, когда пекла блины, я ей пообещала, что я завтра сделаю. Ну, в общем, не получилось у меня ничего. Сил не рассчитала. И если честно, да простит меня Светлана. Я реально забыла про ее день рождения. Прости меня, Светочка, но я все-таки к тебе попала. Все-таки мы посидели с тобой, давно не виделись, все обговорили. Может, мало, конечно, но надо было на работу, ведь все-таки будний день, поэтому как бы долго не получилось. Сегодня был обычный рабочий день, как всегда, заботы, хлопоты. Тяжеловат, правда, вот все равно, вот не привык организм среди недели расслабляться, вот не привык. Было тяжеловато, конечно, да. Было-то. Ну, все хорошо. То, что намечено было на сегодня, сделано, так что... Я, потому что я всегда веду, у меня... Есть план дня. Вот я в конце дня рабочего всегда себе записываю, что мне завтра надо сделать. Допустим, если что-то даже сегодня я не сделаю, я переношу. Вот у меня всегда есть план. Потому что память подводит иногда. Но это кроме того, что еще, конечно, появляется в течение дня. Не знаю, куча дел, за что хвататься. Вот все-таки живем мы вдвоем с дочкой, да, казалось бы. Кто у нас тут может царить, ну, кроме кошек, там, это. Что такое вот женщина, один день что-то... Я вообще не представляю, когда... Как вот люди там, женщины, по три дня дома что-то не делают, там. Вот у тех, которых показывают вот по телевизору, да, там, завалы конкретные. Это, ну, это пипец, это вообще ничего никто не делает. Мне, в принципе, не перед кем... Там, ну, лежит вот тарелка, да, вот я сейчас пришла, дочка ела что-то. Не помыла. Сейчас получит. Дома ее нету. Зато набрала в своей комнате, смотрю, мусор стоит. Сейчас скажет, мама, у меня на тарелку времени не хватило, я убирала в своей комнате, вах-вах-вах, что ты кричишь? Это. Вот все равно хочу сказать, что если ты дома что-то не сделал сегодня, да, завтра, а послезавтра вообще, это капец, это кошмар. Обуви везде понаставлено, полно, кто как разувался, так кинул. Сейчас буду отдуваться за вчерашнее. Сейчас ко мне еще должна прийти подруга, одноклассница в 6 часов вечера. Еще с ней положусь, а потом уже еще делами буду заниматься. Сейчас еще пока сварю Ульяне суп. Вот стоит борщ, стоит плов, стоят блинчики, она еще не доела. Нет, вот мне суп и все, вот хоть убей ее, она этот суп готова. Просто я положу там картошка, лук, морковь и спагетти, ножички мои, спагетти и будет колбасы. Вот любительница супа с колбасой. Может его есть, вот точно так, как у уху она. Будет есть, есть и есть. Вари, вари, вари.
Вот, так что со мной все нормально, здоровье у меня все хорошо, на работе тоже у меня все хорошо. Вот так вчера такой случай, что я после работы сразу же попросила коллегу, он меня въехал домой и отвез в соседнюю станицу. Ну, естественно, когда я приехала домой, уже что-нибудь делала. Вот. Ну, а потом утром на работу и все. Так, буду варить суп. Хочу еще рассказать случай такой вчера произошел на работе. В общем, я вчера, я не знаю, что это означает, не знаю, может кто-то знает, расскажет мне в комментариях. Дует. Кстати, похолодало, утром сегодня было теплее, сейчас вышли с работы, ой, прям похолодало на улице. В общем, это... Коллега ко мне подходит вчера и говорит: слушай, Лена, а у тебя, говорит, ты платье правильно одела? А я вчера была в черном платье, у меня оно такое, футляр просто. То есть что сзади, что спереди, ну почти одинаково. А я еще иду, думаю, блин, как-то, что-то я как-то себя некомфортно чувствую. Вот что-то мне вот, да, посмотрю, вроде ничего такого. Еще бабочку пришпандорила сюда, звезда. Она мне говорит: Лен, ты точно это правильно платье одела? Я, значит, смотрю, у меня вот здесь этикетка, которая вот здесь должна быть, бабочка и шов у меня почему-то. И меня это утро абсолютно не смутило, хотя я никуда не торопилась, я никогда, я стою рано всегда, собираюсь, еще и жду, бывает, Евгению, свою коллегу. В общем, вчера смеялись они с меня целый день. Так на меня посмотрят и хохочет. И, а я... Так дело в том, что я ходила в нем. Кто еще заметил, я не знаю, но все, многие заметили, потом сказали. Но мне всех смутила бабочка. Думают, ну раз бабочка... Ну это же простая брошка, я ей сняла. Всех смутила, ну, бабочка впереди, наверное, ну как бы так и надо. В общем, смешно вчера было, насмешила я вчера своих коллег, обалдеть. Вот. Сейчас доварю суп, не знаю. Там посуды накидала, полную раковину, там почистила, то там убрала еще мыть все это. Я же говорю, вот один день, стоило один день, женщина ничего не делала, просто. Ушла утром на работу и в 9 часов пришла с гостей. Привет, кстати, вам тетя Надя, Светик. Я знаю, вы меня смотрите. Для вас это вчера было большим открытием. Ну, теперь вы меня будете видеть часто. Просто у каждого свои дела. Вот мы сейчас так редко стали видеться. Знаю, выросли уже совсем, нету этого тяги к этому куражу. Ну вот в пятницу там бывает, нет-нет, отдохнешь там, расслабишься после рабочей недели. И все, а так, ну не хочется, даже не в работе дело. Ну то, что утром рано вставать, допустим, нет, даже не в этом дело, наверное. Не хочется вообще уже. Но если попадешь, то до конца. Как утрирую, конечно же. Вот. А то я смотрю, мне вчера зрители в комментарии пишут, что случилось, там у каждого свои предположения. Ничего, все хорошо. Живая, здоровая. На улице зима наступает. Как не хочется холодов, я вообще не люблю холода. Я вообще теплолюбивое создание. Холод вообще терпеть не могу. Кроссовки постирались. Вчера тоже была там в станице в этой. Асфальта как такового нету нигде. Конечно, да, жесть. Мои белые кроссовочки вчера превратились... Ого,
во что. Стала мыть их, ну, руками. Налила воды туда. Короче, кину. Приду, думаю, с работы в машинку. Ну, естественно, попутно еще пару обуви кинула. Ой. Вот такие пироги. Ну, а так. Все хорошо. Все хорошо. Жизнь продолжает. Так, ну все. Приходила ко мне одноклассница, правда, побыла всего, ничего, даже кофе не попила. У нее там какой-то вебинар в 7 часов. Подарила мне вот такую коробочку конфет. Смеется, говорит, с чаем попьешь. Я говорю, ага, я попью. Угу. Это на Новый год. Она как-то жматиха. Я уже помыла посуду. Суп доготавливается. Сейчас помою полы. И все. В принципе, готово. Так, что хочу сказать. Я стараюсь не пропадать, но бывают такие просто... Ну, бывает. Ну, что? Я просто вчера не смогла смонтировать, ничего сделать. Вот. Значит так, смотрим меня. Ждем. Я обещаю снимать. Каждый день, ну, бывает такое. Все, всем пока. Пойду буду делать, доделывать дела. Всем до завтра.